Всем привет, ребята! С вами ваш умный фломастер. Сегодня мы нарисуем и узнаем много интересных фактов о крокодилах. Крокодилы – это одни из самых древних существ на Земле. Их современные виды появились еще около 83 миллионов лет назад, а их предки – 250 миллиардов лет назад. Крокодил – одна из самых древнейших рептилий на Земле. Потомок представителей подкласса архозавров. В этот класс входят динозавры и птицы. Крокодилы – прямые потомки вымерших динозавров. Поэтому, несмотря на то, что крокодилы относятся к классу пресмыкающихся, их ближайшие родственники – не черепахи, ящерицы или змеи, а птицы. Крокодилы ранее, 3000 лет назад, жили исключительно в воде, а их размеры достигали 13 метров. Эти животные проживают во всех частях планеты, где влажные и теплые климаты в тропиках. Это Африка, Северная и Южная Америка, Австралия, Гватемала, Бали и даже Япония. Большую часть суток крокодилы проводят в воде, предпочитают пресные водоемы. Однако прекрасный солевой обмен позволяет этим рептилиям жить даже в очень соленой морской воде. Крокодилов часто путают с аллигаторами, тем не менее это разные животные, хоть и похожие. Крокодилы, в отличие от аллигаторов, могут жить не только в пресной, но и в соленой воде. На сушу эти хищники выходят утром или в послеобеденное время, когда есть возможность принять солнечные ванны. В обозримом прошлом на территории Южной Америки еще водились полностью сухопутные крокодилы, но в настоящее время их уже не осталось, вымерли. Ведущие водный образ жизни крокодилы, однако, откладывают яйца на суше. И несмотря на то, что аллигаторы меньше по размерам, настоящие крокодилы более проворны. За один присест крокодил легко съедает добычу, равную 1/5 массы своего собственного тела. Наш крокодил почти готов. Спасибо вам за внимание, дорогие друзья. Пишите в комментариях еще интересные факты, которые я не сказал. Авторы самых интересных комментариев попадут в начало нового ролика. Спасибо вам за внимание. С вами был ваш умный фломастер. До новых встреч, ребята!